Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Дариди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в игрушку Cube Strike 3D. Так, напоминаю, в игрушку лучше играть в Mozilla Firefox. Вот, на нем она точно пойдет у вас. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Так, используйте вашу мышь, чтобы осмотреться. Кнопки VSAD для управления, используйте клавишу пробел для прыжка. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы ударить киркой и разрубить блок. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы поставить блок. Так, кнопка C, чтобы открыть инвентарь. Угу, хорошо. F12 для отражения в полноэкранный режим. Начать, чтобы общаться, нужно нажать Enter для общения. Табуляция. Так, разрешить строить или выгнать с карты можно кнопкой табуляция. Используйте вашу мышь, чтобы смотреться. Так, это мы уже все читали. Так, ну в общем все. Выбираем скину себе. Цена 1000 для улучшения. Так, тут я могу шмотки всякие покупать. Так, типа такой. Да, вот так будет круто. Башмачки себе оденем побольше. Такие пускай будут. О, вот такие руки. Да, мне нравится. Да, вот такая пусть будет маска. Так, значит, я себе создал. Нет, я же себе создал. Тем более, это все вообще покупается. Хоть маску такую купить можно? Вы купили маска Гая Фокса. Ну, замечательно. Еще вот эти хочу купить. Все, мне нормально вот так. Холмы. Давайте поиграем. Создавал персонажа, и так ничего не получил. Ну, хотя бы. Так, лутаемся. Мы насобираем. Кнопка, значит, Enter общаться. А где все? Ну вот я рублю камушки. А, у меня вообще бесконечный. Можно все что угодно строить. Так, давайте построим сейчас домик себе. Так, отлично. Так, ну вот мы уже и построили домик.
Шикардос. Вот, ребята, учитесь у меня, как надо строить. Маленький уютный домик. Хорошо, это будет дверь моя. Так. Отлично. Что такое? Надо было, в принципе, окошко оставить. Да, давайте сделаем тут окошко. И так потихоньку делаем, делаем, строим. Твою ж мать. Так, домик вот, в принципе, у меня уже готов почти что. Шикарный домик получается. Так, ну вот. А вы говорили, у меня не получится. Мы уже и крышу сделали почти что. Так, все готово. Окошко пусть будет с этой стороны. С этой и с этой, пускай будет осветленная. Так, кнопка 6. Сюда поставим стул. Так, ну вот и все. Так, только кубик еще, наверное. Да, вот такая вот дверь будет у меня. Вот, вуаля, домик готов. Так, ладно, давайте сохранить, выйти в меню, рейтинг, так, поиск, оружие, так, ладно, давайте уже сражаться. Поиск игр. Окей, сейчас подсоединимся к кому-нибудь. Отлично. А, вот я могу общаться. Давайте мы такие плохие будем. Не понял, это стекло, что ли? Непонятное стекло какое-то.
Тут что-то кто-то понастроил. Вообще меня могут выгнать. Целый сад построили. Как это мило. Мы будем такие злодеи. Давайте поиграем в злодеев. Мне нравится играть от злодеев. Тут слишком все красиво. Нам надо немножко подпортить все. Что я могу сделать? Что я могу тут испортить? Сколько тут интересно людей играет? Ух ты, тут есть какая-то труба. А что, я ему ничего не могу сделать? Убегает куда-то. Не знаю, тут какие-то препятствия. Стекляшки. Привет, давайте поздоровимся. Привет. Что мне на это ответят? Там что-то есть. Это какой-то завод, я понимаю. Привет, я снимаю. Поздоровайтесь. Кто-то там снимает? Я не знаю, это против правил или нет, но раз можно рушить, я думаю, это не против правил. Ух ты, крыша. Прикольно, у меня тоже канал есть. У всех есть каналы. Сейчас мы попадем в домик. Отлично, мы в домике. Давайте дверь замуруем. Тут непонятно что, блин. Я не знаю, так, наверное, нельзя делать. Вот я в самом домике. Когда они уже будут злиться, агриться? У меня 1000 подписчиков. Круто. У тебя какая партнерская программа? Просмотров много, но давайте спросим, сколько у него просмотров.
Так, ладно. У него сейчас камера и микрофон. Сырная палка с плесенью. Канал у него называется. Забавно. Так, ну, в общем, такая вот игрушка. В ней можно, кстати, стрелять. Ну, давайте пробуем выйти. Выйти в меню. Строй, что хочешь. Два паркура. Так, кто может построить город? А где стрелять можно? Хочется пострелять. Строить запрещено. А стрелять нельзя. О, вот тут можно стрелять. Кстати, мало кто стреляет. Кто это? Куда он провалился? Так, замечательно, я убил уже скольких, интересно, двоих убил, ни разу не умер. Сбежал, гад. Вон, вижу одного. Так, скольких я убил? Троих убил. Кто-то вообще 12 убил. Кто-то самый опытный. Кто? Вас убил Денис? Страшно, страшно. Денис меня убил. Где оружие там можно брать? Или только свой собственный арсенал? Что-то совсем не похоже на двустволку. Кто это такой? Раиль какой-то. Мобрис вообще не помогает, не берет его. В общем, вот такая вот игрушка, ребят.
Куб Страйк 3D. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы еще не раз с вами увидимся. Пока что всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока.